Представители китайских университетов приехали из Москвы в Казань после форума российских и китайских университетов. Здесь КФУ гостям представили лабораторию вуза, деревню Универсиады и IT-лицей КФУ. Делегация Пекинского педагогического университета прибыла с визитом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в области китаеведения, педагогики и психологии. Мы специально приехали из Китая в Казанский федеральный для подписания соглашения о стратегическом партнерстве. Я думаю, это принесет много пользы – улучшение сотрудничества между университетами и образование студентов по обмену. Об истории КФУ и его развитии гостям рассказал ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Он также отметил сотрудничество КФУ с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. У вас есть уже сложившееся определенное мнение, конечно, сделать полное мнение об университете за полдня практически невозможно, но тем не менее, как говорят в России, первые впечатления не бывают обычно самыми правильными. Стоит отметить, что подписанное соглашение послужит основой для развития многолетнего, взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универньюз.